Военные встали на коньки. В Мурманской области состоялись сразу три матча между разными военными частями. В Североморске на корт вышли моряки ракетного крейсера «Петр Великий» и военнослужащие соединения противолодочных кораблей. Турнир по хоккею с шайбой посвящен Дню моряка-подводника. В состязаниях, посвященных Дню моряка-подводника, принимают участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота. Матчи проходят в разных городах Мурманской области. Первую игру командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов открыл лично. Сейчас у нас уже третий турнир хоккейный, посвященный Дню моряка Подводника. На лед вышли команды «Тарос», Центра материально-технического обеспечения из Полярного и «Арктика» арктической мотострелковой бригады из Алакурти. С разгромным счетом 11-2 победу одержали мотострелки. Тем не менее, без призов проигравшие не остались. Обеим командам вручили пироги. Поздравляю, нормально. Ожидал другого счета, но... Затем прошли сразу три матча. В игре против команды ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии «Бастион» победили хоккеисты частей центрального подчинения Минобороны «Альфа». В Гаджиево в этот же день состоялось сражение между хоккеистами подводных сил «Тайфун» и военнослужащими дивизии противовоздушной обороны «Ракета». В игре со счетом 8-3 победили подводники. Но в Североморске команда соединения противолодочных кораблей со счетом 10-2 победила моряков с Петра Великого. Чемпион в турнире будет только один, и он определится в финальной игре в Североморске 18 марта.